я, ты? Дочка. Ленка, Пенка. Привет. Ну, здравствуй. Как ты? Ну, как видишь. А ты как? Дай хоть с дороги. Папка твоя умоется. О, наконец-то явился, не запылился. А то твой Ружов вчера весь телефон оборвал. Где Макаров? Да почему его нет? Ну, что молчишь-то? Он все спрашивал, ты через неделю можешь уехать или нет? Ну, ладно тебе. Чего? Я только вошу. Ой, адвокат нашелся. Ну, что молчишь-то? Ну, скажи что-нибудь. И скажу. Здравствуй, дорогая Клава. Давно я тебя не видел, а еще больше не слышал. Ох ты, ну, папка. Ага. Ты мне зубы не заговаривай. Говори. Сколько привез? А? Говорить не хочешь? Опять без премии остался. Да хватит тебе, кому что? Дай ты человеку в себя прийти. Что кому что? Рыжов зря звонить не будет. Опять проштрафился. Ну что ты молчишь? Язык отсек, что ли? А? Отец ты или не отец? Ты знаешь, что твоя дочь замуж выходит, а сама дитя носит. Прекрати! Не надо мне от вас ничего. Да? А долги кто отдавать будет? А? А родишь, на что жить будешь? На мужнину стипендию? Не надо. Хватит. Арина меня. Она тут ни при чем. Я на тебя орал, когда ты ее носила. Я старалась. Я хотела как лучше, как у людей. Чтобы свадьба была. Одному тебе ничего не надо. Вот, дочь на тебя похожа. Тоже такая, как ты. Ничего не хочет. Ну, куда ты? Куда, куда? Деньги искать. Найду, принесу. Ты хоть сытый? Ну, что ты как малохольный? Сытый я, вот. Здравствуй. О, здорово, здорово. У тебя денежек не будет? Денег не дам. А вот совет дам. Ага. Ты проси у тех, кто сам просит долг. Те, у кого деньги есть, они же тебе не дадут. Понятно. Они думают, что они всегда у них будут, и занимать не придется. Но ведь у тебя ведь есть. Так я же о себе и говорю. Борис Петрович, Макаров. Доброе утро, Леночка. Здравствуйте. Рыжов просил вас зайти в кабинет срочно. Я зайду, только ты меня не видела. Идет? Это как? Ну так, освобожусь и после обеда зайду. Ну, хорошо. Хорошо? Идет. Здорово. Петр Петрович, сколько лет, сколько лет? Займу не будет. Да нет, нет, ты знаешь. А, ну ладно. Будь здоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здорово. Здравствуй. Здравствуйте, Борис Петрович. Иван Васильевич, когда приказ-то будет? Кать, открой, а. Ты чего, Петрович? Деньги нужны. Позарез. Так ты только что из командировки. Или опять погорел? На свадьбу, что ли? Ну, выручи, Катя, а. Ах, Боря, Боря. Зайди после обеда, что-нибудь придумай. Спасибо. Привет! Здорово. Говорят, дочку замуж выдаешь. Ну, есть такое дело. Поздравляю, поздравляю. Ну что, внук теперь с тебя причитается? А, это у нас не заржавеет, у нас досрочно, с опережением графика. Маркелыч, у меня к тебе две просьбы. Сколько? Ну, чем больше, тем лучше. Не могу, Петрович. Сам долгу, как шелку. Приехали из Смоленска, заскочили деньги получить. А кассиша в банк ушла. А-а-а. Получу, дам. Ну, а вторая? Сделай милость, поехали со мной в Веслогубинск, а? Ну ладно, Федосеев. Все, ну что, что Федосеев-то? Ты чего сразу Федосеев, Федосеев? Разговорчики в строю. Да. Где находитесь? Ты что, стройбат, что ли? Серьезные ребят. А каким талоном? Он сказал, поставь на место. Выдаю только по талонам. Ну ладно, Зин, позови заведующий, ну куда ты годится? Что ты орешь? По талонам! По талонам выдаю! Все! Да не встревай, ты опять схлопочешь. Без тебя разберутся.
Да что ж ты так орешь-то? Куда хватаешь? Человеку жалко, да? Ну, не трогай, говорю. Замуж никто не возьмет, даже глухой. Уйди отсюда, русским языком говорю. Выдают только по талонам. На, подавись! А? Вы люди, а мы не люди, да? Четвертый день одним обещаниями кормите. Ой, вот, смотрите. Лен, ты чего ревешь? Опять. Да мне что, милицию вызывать, что ли? Знаем! Везде мы прикормушки одинаковые, да! Дядя, тебе что, больше всех надо, что ли? Руку поднимайте, сломайте! Отпусти его! Позвольте стоять! Тихо! Ладно, пошли! Тихо! Ты там, что ли, был? Ну, отпусти! Тихо! Кому здесь что докажешь? Ты, Бугор. Да? Да. Ты нас или оформляли, или мы выйдем вон? Ну, почему бы их не накормить, раз они устраиваются? А? Значит, они к тебе устраивают. Ну, какая разница, ну, пускай ко мне. А почему же ты их сразу не отолонил? У меня приказ Рыжовый есть. Ну? Работать некому, двое в декрете, одна в отпуске, а Ольга на курсах. Становись сам на раздачу и отпускай всем подряд. Тихо. Вот. Нечпаренко, Ковалев, на раздачу, быстро. Есть. У вас халаты найдутся? Ой, мальчики, ну, конечно, найдутся. Значит так, до конца обеда осталось 12 минут. Чтобы успеть, всем одно и то же. Борщ, котлеты, компот. А если кисель хочу и гуляш? Получил, отходи. Все, дома будешь. Да ладно, ну... Слушай, Маркелыч, ты деньги получил? Да не, кассирша еще из банка не пришла. Ну, где она? Слушай, тут ребята вопросы ставят. Да знаю я все ваши вопросы. Аккордная ли работа, что ли? Ну. А разве у вас другая бывает? Не бывает. Борис Петрович? Да. Вас срочно Рыжов вызывает. Иду, скажи, сейчас иду. Слушай, там Рыжов на пенсию уходит. Имей в виду. А? Сомову дела передает. Ага, значит, сразу два начальника. Ты извини, меня на ковер. Вот, полюбуйтесь. Тот самый. Ты что же ты, Боренька, делаешь? А? Опять своевольничаешь? А, это вы насчет тех трудоустраиваемых. Так надо было базар-то как-то прекратить. Ну, накормить людей, раз они наши. А тебя кто просил? Они что, твои? Да нет, не мои. Ну, ты подумай, а? А у меня и свидетели есть. Все слыхали, как ты сказал, что они мои. Хотя, вот вам, кстати, решение вопроса. Ты это о чем? А, да-да-да-да-да-да. Да вы что? От них все отпихиваются. Что, я рыжий, что ли? Нет. Минуточку, Боря, минуточку. Твои так твои. Кстати говоря, тебе и зелировщики требуются. Сегодня будет приказ. Боря! Нянчатся с этими алкашами да тунеядцами. Трудоустраивают. А по ним уже давно тюрьма плачет. А ты что хотел? Я вообще-то хотел одолжить у тебя. Чего? Ну, денег маленько. А, ну, конечно. Чего? Я говорю, одолжить хотел. Денег. Слушай, мне эти твои номера во где сидят. А за эту твою авантюру в Светильниково тебе голову оторвать мало. Отрывай. Она у меня как у Змея Горыныча. Одну оторвешь, другая вырастет. Ты же вместо меня не поедешь? Тебя из кабинета ты бульдозером не вытащишь. Тебе бы только выпихнуть меня и галочку поставить. Что, не так, что ли? А сейчас иди в столовую и наведи там порядок. Понял. Давай, давай. Сейчас. Гнать его к чертовой матери. Ну, знаете ли. Да. Вы поставили Макарова в заведомо затруднительное положение с этими тунеядцами и алкашами. И все же, поскольку мне придется с ним работать, я попросил бы, ну, придать ему этих демобилизованных усмирителей. Ну да, для баланса, в общем. Вроде бы. Это можно. Только жалко его черта. Все-таки 20 лет тут работаем. Тогда мастером к нему Мишина. Это мое условие. А это кто такой? Прекрасный специалист. Четвертый год после института. Давно созрел для самостоятельной работы. Вот, так сказать, с прицелом на будущее.
Боря, ты извини, да конечно, ладно. Я же не знала. Ну. Здесь они? Да, здесь. Ну, пусти, Боря. Валя! Валя, открой, это я, Валя! Ах ты, Боря! Ой, ой, Валя. Извините, я не от вас забыла. Вот, пожалуйста. Я не от вас вырывалась, чуть извини. Ну, что ты? Влад, полюбуйтесь. Работать будете со мной. Прокладка теплотрасс. Завтра к 9 в 46-й кабинет. Оформитесь, получите проездные, командировочные. Через неделю уезжаем. Все. А сейчас отнести посуду на мойку. Быстро. Главное, денежки получить, а потом ищи их. Лучше, говорю, давайте я им сам выдам прямо на вокзале. Так что ты, вся бухгалтерия на дыбы. Головка-то бабо? Какая головка? Свадьба-то молодежная, безалкогольная. Держи, держи. Больше кричат, а с чего, спрашивается Горько-то? С лимонаду, с пирожных. Раз отменили спиртное, надо что-то другое кричать, верно? Курочкин! Верно. Где остальные? Откуда я знаю? Эй, начальство, дай двушку, мне домой позвонить надо. Ой, какой славный. Тяжело? Ну ладно, жмутся. Дом надо ночевать. Ну ладно. Ладно. Поздно тебе нас учить. На. Зарплату отдам. Давай, давай. Ну, один был, и тот удрал. Не, смотри, еще прячется, смотри. Вик, ну ты прям как не родная. Не едет, да? А что мне тогда его мамаша звонила? Пусть, говорит, твой Лёшка моего Серёженьку с пути не сбивай. Но я ей сказал, еще раз увижу твоего губошлёпа, вот чтоб под руку попадет, тем и врежу. Ну, чё ты орёшь? Ну, народ кругом. Ну. Чё ты орёшь? Кого это ты там увидел? Кого я увидел? Ты что, с ума что ли сошла? Кого я увидел? Вас, сволочей, только тросами растаскивать. Ну, ладно, вот ладно. Посажу тебя в поезд, убедюшь, что Сережки нет, и буду спокойная. На, держи. Собаку-то, собаку-то давай. Собаку. Алло. Ну что молчишь, язык проглотил? Дашка, это, по-моему, тебя твой проверяет. Ну, козел, я вернусь? Поговорим, да? Поговорим. Ладно. Внимание! Приглашение поставить разговоры. Поздравляю, ребята. Отставить я говорю. Повторяю. Наши все пришли. Вера, а ты вообще на что надеялся? М? Ну нафига ты соглашался? М? Спорим, больше никто не придет. Ну от силы, двое-трое. А о, трое уже. Привет. Ну. Кутню. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Самсон, Советский Союз. Ну что, малыш, попрощаемся. Провожающий просит оставить вагоны, да? Писать-то будешь? А как же? Куда я денусь? Валюха. Какая тебе валюха? Не валюха. Не Надюха. Ну, какая Надюха, Надюха. Ну все, видишь, пока, потому что начальство уже переписывает поздравшее. Ну, пошел ты, балдей. Черт. Товарищи, отправляемся. Провожающие, уходите в вагонах. Все, мужики. Володя, да. Нет, ну ты что, остаться хочешь, что ли? Ну, садись. Да ну пусти же меня. Ах ты, сволочь! Ах ты, гад!
Здрасте. О, еще один. А ты откуда, дядя? Я тебя не видал. Да я пораньше. Давно тут, привычка. Черкашин, ты же вчера его принимал, бывший токарь. Людей надо помнить, товарищ мастер, их 5 осталось из 12. Дисциплинированный. На, пошли. Ты не жми меня к березе, белую кофточку, не-не-не, ничего у нас не будет, вот как женимся, так и... Да, попал. Такого еще не припомню. Что будем делать, а? Ты меня спрашиваешь? Дед, давай сразу договоримся. Ты когда всю пьянь с управления сгреб, ты меня не спрашивал, нет? Короче, толку от этих алканавтов все равно никакого не будет. Мне нужен наряд на все работы, на всех моих ребят. О! На изоляционные в том числе. Тогда и сделаем. Только так. Значит, такие твои условия? А у тебя другого выхода нет. Скажи, пожалуйста, а за что у тебя орден? Да было дело. Ясно. А можно узнать, кого ты сейчас дожидался? Это не имеет отношения. Как же не имеет? Имеет. Раз я... Могу я знать, кому я все работы доверяю? Можете. Я ждал невесту. Бывшую. Обещал прийти. Да вот не пришла. Ясно. А эти, как ты говоришь, алканавтов, куда прикажешь? Это твоя забота, дед. Ты не лезь, ты свое сказал. Ладно. Беру их тоже на свой наряд. Теперь договорились? Маркелыч, пойдем покурим. Ну, там на месте разберемся. Всех денег все равно не заработаете, может быть, и нам что-нибудь перепадет. Перепадет. Петрович, ты не бери в голову, выкрутимся. Не впервой. Анекдот хочешь расскажу? Политический. Да ну! Мужику говорят, 5000 выиграть, что делать будешь? Ну, 4000 на долги раздам, ну, а остальные подождут. Не смешно. Ну, мне так рассказали. Слушаешь ерунду всякую. Будь здоров. Полезная. Ну так что, мужики, нам теперь придется за всех отдуваться. За тех 12. А вот я так скажу, парни, все зависит от нас. Начальство очеваре, знаете? Ха, орет, орет. Власть имеет, вот орет. Тебя поставь, ты орать начнешь. Товарищ, все не понимает. Дураки что, мы поехали, да? Как думаешь, тех, кто отвалил, что будет, нет? Так вот, запомни, Леха. Ну, откуда знать? Тихо. Начальство орет. Со страху. Кто боится потерять, тот и орет. Все дело в том, что им есть что терять, а нам-то нечего. Понял, нет? Вот если мы с первой минуты себя так поставим, что, дескать, за счастье считайте, что мы с вами поехали. О, мы здесь, он дело говорит. А про этих 12 я тебе так скажу. Им ничего не будет. Только завтра их с милицией в другую дыру отправят. А какая разница, в какой дыре торчать? А вот мы должны, я считаю, держаться вместе. От этого все зависит. Это точно. Потому как... У нас в стране без работы, слава тебе, Господи, нету. Поэтому не плата по работе, а работа по плате. О! Понял, Леха? Значит, если будем держаться вместе и поставим себя так, то они перед нами на задних лапках будут торчать, как миленькие. Вот так и надо. У нас, знаешь, тренер был в команде. Если начинал выпендриваться, что-то из себя вставлять, мы тут же прекращали играть. Ну, сдаем игру. Очков нет, общественно старет, а тренер и по шапке. А мы его присылают, а новый уже каждому в рот заглядывает. Боится пропустить. Машина, квартира, там, детишкам на молочишко, деньжишек. Понял, нет? А что ж ты от такой жизни-то к нам, а? Превратность судьбы, батя. Так получилось. А то, дед, сопи себе в две дырки по носам и помалкивай. Слушай, что тебе толковые люди говорят. Слушай. А ты не мельтеши. Когда выберем бугра, тебе скажут, перед кем шестерить. Ну что, съел? Вижу, батя, что непростой ты. Давно с тобой наблюдаю. Знаю, что сидел, только вот по какой статье не догоняю. По торговой, что ли? Те, кто по торговой части, водку до 2 часов из-под полы продают.
206, часть 2. 5 лет. А я все, ой, умора. Я все думаю, гадаю, кто у нас бугром будет? А ты что, Лёв, опять просак попал? Ну, заткнись, заколебал. Ладно, так, ребятки, не знаю, как кто, я замолкаю до тех пор, пока мне слова не дадут. Вам сдавать. Погромовки. Ухаживать за отцом-то. Слушай, Никодим, ты когда штукатурить приступишь? Так как я приступлю? Я туда штукатурную машину подогнать не могу. Там траншея или тепловода? А Макарова нет. Петр Николаевич, Макаров приехал. Давай его сюда. Ну что, Никодим, попал? Слава тебе. Да, не везет тебе, Никодим. Только собрался, все, на Макарова повесить, а он тут как тут. Борис Петрович, заходи! Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Я сдам. О, новенький. Здорово. Здорово. Привет. О, здорово. Здорово. Здравствуй. Рад видеть. Здорово. Здравствуй. Петр Николаевич. Здравствуй, Петр Николаевич. Тут Никодимов говорит, что все из-за тебя стало. Стой. Раньше что я нарыл, а самого нету. Да я-то тут при чем? Когда послали, тогда и приехал. А сигнала ладно, 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 вообще ладно. Трупы тех нету. Так. Так что, Никодимов, это не вопрос. Давно мог бы через траншею мостик перекинуть и станцию перевести. А если траншея обвалится, кто отвечает? Ну, конечно, ты не я же. Ах, Никодимов, Никодимов. Только не обижайся. Поскольку я его знаю, одного понять не может. Чем больше задаешь вопросов себе, тем меньше их остается для кого? Для начальства. Вот так. Ты думаешь, я это кресло как занял? Ну, Борь, скажи. Петр Николаевич, ты вообще вопросов не задавал. А что? Да, да. А у тебя, Никодимов, наверняка еще вопросы есть. Есть? Есть. Ну, давай. Есть, у него есть. Электроды кончились. Ладно, иди. Ну что, Борь, как твоя язва? Хорошо себя чувствует. Передает привет твоему гастриту. Петр Николаевич, хватит мне зубы заговаривать. Давай одели, а? Одели. Ну что ж, идет. Идет перестройка полным ходом. Ты куда? И приоритет объектом социального назначения. Так. Да, это значит, если работяги теплого клозета нет, то и производительность у него спрашивать не стоит. Ну что, правильно говорят, между прочим. Правильно? Да. Ого. Так вот, значит, все к ноябрьским. Была горячая вода в поселке. Кровь из носа. Из твоего, Боря, носа. Мало ли, что он скажет. Что? Идем, идем. Чего встал-то? Я не понял, дед. А что тут понимать-то? Хочешь на спор, он в конце года совсем другую песню запоет. Бросай все и все силы на завод. Я битый. Я все это пешком прошел. Мы он теребили на жилье сдали, а пуск завода сорвали. Ну и что? Начальству по шапке. А я до сих пор хожу, почесываю. Надоело на голом-то окладе сидеть. А потом что разбрасываться? Раз народу мало, мы работать сюда приехали. Ладно, не учи-ка. Я ведь знаю, зачем сюда приехал. Знаешь? Угу. Ну и хорошо, раз знаешь. Передаем областные последние... В общем так, я с тобой по начальникам больше не ходок. Ты понял, да? Ты гляди. Григорьевич! Эй! Ты это или не ты? Я. И Мерседес при тебе. И Мерседес при тебе. Будут дела. Будут дела. Не надо. Здорово. Здорово. Ну, как живешь? Нормально. Молодец. Ну, спасибо. Здравствуйте, бабуля. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где у вас тут магазин?
пить очень хочется. Идите от этого, идите. Ходят, чего там? Работать не работают, понарывали, грязищу развели. Тише! Слышь, бабуль, не а ног! Я тут при чем? Тише! Да. Вот эту церковь видишь? Так. Да. Слышь, красавица! Так вот за ней сразу же. О, а там, бабуль, кондитер. Спасибо. Да. Слышь, бабуль, а грибы тут водятся? Да когда водятся, когда нет. Так, а кедровый орех? Облепиха? И облепиха есть, и орех есть. А ты, случай, не заготовитель? Лёха, ну, замечательно. Заготовитель из Потребсоюза. Заготовитель из Потребсоюза. Я говорю. Ну, идем, говорят. Иду, иду. Ну, и валенок. Чего? Из облепихи масло гнать можно, дурила. Ну, и в Москве загоним, так. Кто про что, вшивый провалит. Видала? Смолчи. Еще 100 грамм золотого кучка. Лёха, говори. Скажите, пожалуйста, мне бы хотел... Помолчи. Спасибо, до свидания. Нет, Саня, это раньше не надо. Скажите, пожалуйста, у вас шампанское есть? Объявление читать надо. Так я неграмотный. Спиртное с двух. Вот не везет. Уезжали, двух еще не было. Трое сутки ехали. Ехали, ехали, приехали, и вот, а двух обратно нет. Что за дела? И здесь то же самое. Ну ладно, пошли, Валер. Догоню, догоню, идите. Залег. Ну ладно, Валер. Хорош, потерпи. Так мы ушли? Ну что, уставился? Понравилось. Раньше двух все равно не получишь. А жалобная книга тоже звук? А это зачем? А я хочу вашему торгу вынести благодарность за дефицит, за красивые глаза. Ну ладно, некогда мне, давай, иди. Много вас тут ходит. Не на обед закрывать, надо. Давай, топай, топай. Удаление? Давай, топай. Ну кому сказала, иди. Давай, 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 вперед. Давай, с песнями по жизни, давай. Ага. Перекрестным огнем десантники. Рота, подъем! 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 Дедушка, подъем! Подъем, подъем! Подъем, подъем! Подъем. Тихо, не кантовай! Какой подъем! Давай, вставай! Святое не трожь! И настроенщину куда? Не пропагандируй! Дай хоть красть, во времени привыкнуть! Привыкни! Гады! И как, привыкли? Петухи еще! Вставай, вставай! Ну, не подъем! Не где, где? Кто? Что, команды не слышал? Ну, посмотри! Ну, как? О! Во, встаю! Лёх, глянь! А? Уйди от греха, порвёшь казённую! Не жестери тут. У нас свой бугор есть. Он как скажет, так и будет. А вот мы его сейчас и спросим. Чё ты орёшь? Вот вы молодые, вот вы и дрыгаетесь. А у меня ревматизм. А у Саньки и того хуже. А если будешь орать, там, где сядешь, там и слезешь. Понял? Усёк? Слышь, а за физзарядку наряд выпишешь? Лично я пойду. А нет? Извини, до свидания. Это точно. Вы тут за бесплатные шагу не ступите. Это мы там за так, пока вы тут блевантином исходили. А ну встань! Ну, а ну вставай, кому сказал! Встань! Безобразие нарушаешь! Ну, попробуйте ну, только ну, вовремя не прийти. Встал, ну, дальше. Ну, чтоб через 35 минут были на месте все. Пойдем. А сколько я вообще? А? Здесь нет. А где часы? Здорово ты, Вася Степанович, так его. Лёх, куда часы зла? А команды ложиться не было. Но в чем трудности? Наши трудности в нашей скудности.
Да, чтоб не забыть. В общежитии-то кругом щели, ты запиши, Петр Николаевич, чтобы разговоров потом не было. Уже записал. Это твои работы? Ну, а чьи же, конечно, мои. Тихо. Стараемся, стараемся. А это почему без краски? Это Самсонов, хоккеист. Нападающий на мою голову. Да, только отвернешься, краску снимет. Тебя не было. Да, и боксеры были, и футболисты были. Один даже по фигурному катанию был. Да, алкаши, одним словом. У тебя электродов нету? Да что ты, Петр Николаевич, сам побираюсь. Мне не ходил с ними плешь проезд. Этот проезд. У него никогда нет. Эй, тебя знаю, ты поскреби там, по сусекам. Небось, на целый год вперед запас. Ладно, мне некогда, хоть обыщи. Найдешь все твои. Ну, а где эти передовики, ударники? Бригадир, они только что были. Что, я надсмотрщик им? Петрович, так 2 часа ж. Ну и что? Ну, так раньше ж с 11 продавали, а теперь с 2. Тебе 3 часа к смене добавили. Ты радоваться должен, а ты шумишь. Ну, попадись они мне, а, любимые до слез. Ну, ты деловой, Лёха, спас у меня. А ты чего, никогда кабана не резал? Нет, хоть и золоти, с детства крови боюсь. А ты что, смог бы? Нет, ну, за так и я не смог бы. А за полтинник попробовал бы. Нет, что это не. Ладно, один справлюсь я. Погреб на 2 вырем. Да ну, опять что ли халтура подвалила? А? Где ты их находишь? Рядом. Эй, вы! Любимые до слез. Вы что же, сволочи, делаете, а? Петрович, гони в магазин, сейчас кончится! 3 ящика я тебе осталось, кончусь! Мы там вкалываем, а вы тут... А ну-ка, отдавай! На вечер, подожди, на вечер! Ты... Подожди, кому говорят! Отдавай! Ну, а ты что? А ну-ка, давай на место! Давай на место! Давай на место! Плохой смех. Плохой смех. Он за вас, дураков, отвечает, а ты... Ну ладно, ладно, без адвокатов, небось, сам не прочь. Ну что, на место? Че, на место, маршал. Вон у тебя место в кабине. Подвези. Ты у меня сейчас впереди самосвала. Подвези. Человеческий фактор. Что, Петрович? Чего, Петрович? Да чего, чего? Помоги, давай. Таблетки твои где? Чего? А? В гостиницу поедем сейчас. Какая гостиница? К Зайковскому надо скорее. Поехали. А ты с той стороны садись! Да ладно, я там. Зинь, давай я тебе помогу. Да-да. Давай. Ну, держи. Зинь, ты просьбу твою не забыла? Нет. Но если будут эти ватнички, вот импортные, то не забыла. Конечно, конечно. Только импортные. Ну что, опять? Чего тебе? Петька как? Вспомнил, да? Как протрезвеешь, так вспоминаешь сына. Уйди с глаз моих. Холодно. Зина из магазина. Опять? Ну что ты пристал, как липкий, а? Чего? Того. Сегодня ваш прораб приходил. Обходительный такой, не то что некоторые. Плохого ничего не сказала. Вот чувство, будто в чем виновата. Провались она пропадом, эта водка треклятая. Мой бывший муж тоже допился. Он сзади идет. Так что смотри. Я вижу, вижу. А ты скажешь, не такой, да? Нет, Зиночка. Я любимец Стокгольма, Торонто и парка Сокольники. А что ж ты здесь забыл, любимец? Превратности судьбы. Зиночка, зато тебя встретил. Да. У вас у всех одни и те же превратности на роже написаны. Да. В общем, все. Не теряй времени и не ходи. Может, для кого-то ты любимец?
А для меня вы все на одно лицо. Ну, ты понял, да? Пока. Спокойной ночи, ребята. Ну-ну. Толстунчик. Петрович, собирайся. На склад поедем. Посмотрим. Что? Уже ограбили? Решетку с окна сорвали, электроды сперли. От народ, а? Поедем, Боря, поедем, надо. Сейчас. Скорее бы ночью снова на работу. Пас! Еще одну. Ну, вы работать будете? А что им работать? Полежать. Чай курить. Сэч. Да ладно, все равно макаран нет, обед скоро. Какой обед? Мы же из-за вас стоим. Где стекловато, а? Вы что, мужики? Вперед! А ну тихо! Хочешь, болят с кулом? Молодые, кончайте базарить. Вам же сказали, скоро обед, святое дело. Дайте покурить нормально. Энтузиасты. Никакого обеда пока не кончите. Мы из-за вас стоим. Совесть-то надо иметь, в конце концов. Надоело за вас вкалывать. Что они от нас? А ну, подъем! Чего? А ну, мужики, взяли. Вот, я не понял, почему... Подъем, подъем! Вставай! У меня все. Давай, свободно. Маша, Никодимов, погоди, а? Чего? Попался, который кусал. Нехорошо, Паша. Чего нехорошо? Нехорошо, что ты все на меня валишь. А на кого? Да я из-за твоей ямы станцию не могу подвести. Так уж ты сам себе яму-то вырыл, Паша, а другие виноваты. Какую яму? А такую. Мне, чтобы траншею засыпать, надо сначала трубы сварить, верно? А как же я их сварю, если ты у меня электроды спер? Кто? Я спер? Да, ты хоть бы в чертежи-то заглянул. Тебе ж другая марка нужна, для низкоуглеродистой. Ты же опять брак наделаешь, Паша. Не брал я. Ну, значит, Серегин твой. Я же шум не поднимаю. Ты помнишь в Чебоксарах? Он же в кладовку ко мне залез. Я шум не поднимаю. Скандал не затеваю. В милицию не обращаюсь. Да. Ты же, как упрешься, я тебя знаю. Я тебя знаю. Ну, Серегин опять за старый взялся. Уши оборву. Ну, ты знаешь, дело хозяйское. Че ты у него оторвешь, а электроды верни. Я-то думаю, что это Паша притих. Электродов ему уже не надо. Оно, оказывается, вон в чем дело. Ладно, Петрович, спасибо, конечно. Только никому договорились. Ладно. Значит, вернешь все, что взял. А Серегину своему скажи, чтобы он мне не попадался. Не отдавать. Черт его знает, чем они тут занимаются. Понаехали, а дела никакого. Дома настроили, а отопление не подвели. А тут еще дождь зарядил.
чего тебе? Бабушка, пусти погреться. Нечего тут греться. Все только греются, винище пьют, а работать-то некому. Бабуль, ты что? Ну, есть дождь какой. Не сейчас выходи, чтобы духа твоего здесь не было. Ну и дела. Греции понарыли тут кругом, грязищу развели. Уходи от этого. Уходите, ведьма. Ведьмы, шабаш тут устроили. Да не ведьмы мы, а вековухи. А вы, ребята, откуда будете? Издалека, мать. Издалека. А не из Москвы, ча? Из Москвы, мать, командированные. А вы не комиссия? Комиссия, мать. А комиссия? Ну вот, сразу так сказали. Давай, дед, ломай дверь к черту, там поговорим. Комиссия, мы из... Вон он, председатель. Да слушайте вы его больше. Строители мы, никакая мы не комиссия. А зачем мы вас пустили сюда, чё? Если вы не комиссия, соврали, что ли? Да нет, ей-богу, ей-богу. А какую комиссию вы ждете-то? Клань, ну-ка ты им объясни. А вы чаю погодите им давать. Нече. Еще поглядим, чего они тут ошиваются. Ну, чего тут объяснять? Ну, стало быть, мы все из разных деревень. Народ там никого. Поразъехались, да перемерли. Одни мы без перспектив остались. А Якимовна собрала нас всех вместе. Давайте, мол, девки, чем по одной-то помирать, свой колхоз организуем. Да, и пенсия в один котел поспорнее. Да веселее. Да. Это дом нам этот, леспромхоз дал. Дрова выписывал. Вот, а теперь леспромхоз ликвидировали. Теперь тут завод. Кто нам дрововой пишет? Вот я кем-то и стала писать Москву. Опять мы не с перспективными сделались. Перспективные. Да. А у людей, у которых машины, здесь им гаражи разрешили ставить. Люди мучаются из-за нас, что помираем плохо. Нас 12 было. А еще-то 5 осталось. А Якимовне все не можется. Все в Москву пить. Ладно. Совсем помирать не собирается. Прям молодуха сделалась. Вы вот, кобелины, сидите тут, греетесь. Дрова на вас жги. Еще лыбится. Что расселись-то? Ой, развоевалась-то, ой. Люди из самой Москвы приехали, чтобы моей Нюрке зятям горячую воду дать. Чаю им еще. Ходит тут, а работать некому. А дети у вас есть? Дети-то? Они как? Дети есть. Дети-то есть. Здоровы, хорошо живут, в городе живут. Слава тебе, Господи. А мой зять раскурен с Москвы ехал. Может, кто видел, а может, кто слышал. Дети у них. Хоть бы написали когда-нибудь. Раскуда? Молчи, у тебя и такие. Все, сели. Вот так. Жди вот, когда бульдозер подцепит. Вот так вот живешь, живешь, а потом вдруг твой мотор стоп и все, сливай воду. Или кто-нибудь из потяжка тебе коленом под зад, не занимай это места. Это меня, что ли, дед? Да нет, я так, для завязки разговора. Смешной ты, дед. Ты как будто родился на этом своем месте. Ты же пришел, чье-то место занял. Я никого не подталкивал, никого. А ты думаешь, откуда у нас такой застой? Потому что старое не хочет уступать дорогу новому. Верно? О, бульдозер вроде. Нет, я верно? Да, понял, верно. Эй! Стой! Она... Поучились бы у природы-то. Она все время перестраивается, как весна заново живет. А мы все указания ждем. Вот и дождались. А теперь ускоряем, стрелки переводим, а гири-то до полу дошла. Нет, вы дайте сначала показать человеку себя. Дед, хочешь сказку расскажу? Ну? Значит, так, жили-были звери в клетке. Так. Клетку открыли,
Говорят, мол, давай, показывай себя. Ну, проявляй инициативу. Так. Вон, свежатенько, бродит. Вышли, глядят, правда, козлы, бараны, птички всякие, кабаны. Я ж не хочу, но бегаю быстро. Догонять надо. А там же заморожено. Лежи. Три раза в день. Ну и вернулись. Да как? Может, врезать им сначала-то для ускорения? Я не знаю, как для зверей, а с людьми так нельзя. Люди-то не во всем виноваты. Вот теперь каждый хочет пожить по-человечески. Чего ложка? А ложка-то, ее придумали при царе Горохе. Сколько за это время всего изобрели? Она все та же? Все, что человеку и душе его плохо приспособлено, то и меняется, и будет меняться. Да-да. Понял? Это верно, Григорий. Боря! У! Отцепи-ка дросик несрочно. Бабком вызывают. Григорий, а ну расскажи начальству, что ты мне вчера-то все рассказывал. Только не боись. А что говорит, что он сам что не знает? Я не боюсь, чего мне бояться? Нет дорог-то, и нечего строить. Да ладно, умники вы все, Федоренц. Пока ни за что не отвечаете. А в садецкий кабинет ты куда что девается? Не обижайся, Петр Николаевич. Ты знаешь, у Белова остановка. Там ни штуцеров, ни труп, у него нету. Ладно, идем, договорим потом. Ладно. Не хлопай дверью-то! Галяев, Полухин, наверх, остальные понизу. Быстро. Вы что? Ваня. Вы что? Нет, вы... Эй, положи на место! Все вентили. Все перероем, все равно найдем. И... Вот накладные. Не нервничайте. Фу, Ванищу завели. Работать не работали, а уж уварились. Они огрипуют, разболелись. Грипп этот. Раньше его не знали и не болели. А теперь от одних разговоров заболеешь. Да, Леха, положение твое безвыходное. Пока Вику свою запорожца на Волгу не пересадишь, житья она тебе не даст. Да. А твои жены другие были? Такие же. Да, это я матери своей нужен, какой есть. Любого примет. А сюда зачем согласился? От элементов передохнуть. Говорил уже. Так. Значит, денег тоже не хватает. Да? Чудак ты, Леха. Не хватает всем. Только одним на кефир, а другим на бензин. Хватит, мужики. Надоели все ваши разговоры. Каждый день одно и то же. На, пей, черт здоровый. Да не морщусь, не морщусь, не травлю. Никак бригадир объявился. Нас разыскивает. Ну что, не нашел? Час ищу. Значит, не там ищешь. Поезжай, Григорьевич. Только не орать на них, понял? Ноги вытирайте. Убирай тут за вами. Ну, Кланька, прямо лазарет тут из-за тебя образовался. Да ну тебя. Проходите. Спасибо. Проходите. Спасибо. Я сейчас. Почему вы обманули Курочкина? Вы же сказали, что в медпункт пошли. А мы там были. Володь, Володь, мы для профилактики только. Ну? Погреемся и пойдем. Mm-hmm. Я тебе правду говорю. Я там тоже был. Температура у всех нормальная. Больничный никому не дали. А Черкашин и Курочкин за вас под дождем вкалывают. Ладно, что ты, Володь? Володь, сейчас все будет нормально. Пойдем, пойдем. На-ка вот выпей. Да не бойся, не бойся, не отравишься. Спасибо. А мы их сейчас подлечим и выгоним. Ага. Не бойся. Сидите тут.
Нет бедров-то, наколоть и натаскать. А ты им скажи, чтобы помылись и исподники постирали. Завшивели, небось, вон бани-то. Дрова ваши, воды натаскайте. И чтоб убирались за собой. Я сама зайду, гляну. Ну, за это спасибо. А что дрова наши, это верно. Ну, видел я вашу работу. Ни себе, ни людям. Валерам, ну вот скажи так, честно. Вот если бы мы с ним попросились к тебе в команду, в твою тройку, ты бы нас взял? Да нахрен вы мне сдались. Когда вы даже клюшку от шайбы отличить не можете, в тройку бы вы ко мне попросились. И потом, Петрович, вы бы ко мне попросились, а меня-то к вам участковый привел. Так что у меня ведь выбора нету. Ну, раз выбора нету, так иди работай. Что ж мы из-за тебя? Без премии ты сидим, иди работай. Ладно, не ори, пойду. Сейчас вот только шнурки проглажу и пойду. Ты что сказал? То, что слышал, щенок. Пошли отсюда. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Валера, тихо. Валера, тихо. Валера, погодь. Тихо, граждане, тихо. Ну, где Валера, тут у вас дрова? А ты с ним не спорь, начальство. Делай да потихоньку. Пошли они, умеют орать только как... А ты потихоньку и спину не труждай. Спина-то болит, я вижу. Напомни, после бани разорвешь. Как дождь, так всегда. Чего это такой молодой? Да травма у меня старая. Баб Клайна, Азина давно в разводе, а? Да года три. Ее Саша как отсидел, так сразу к ней. Она его гонит и к сыну не подпускает. Ты, парень, с ним поосторожнее. Он как выпить себя не помнит. А я трезвый забываюсь. Ну, где тут у вас дрова-то? Показывайте. Вот там, милый, там. Привязался. Володя, я тебя об одном попрошу. Ты больше никогда этого не делай. Простое? Ну и пусть простое. Мы в этом не виноваты. Не виноват. Но. А вот за твой налет на склад я уже ответил своим карманом. Будут простое. Мы все ответим своим карманом. Ну ты бы хоть спросил меня, сказал бы мне что-нибудь. Где ты? Тебе не досуг. Я тебе когда говорил, что труп? Не хватит нам труп. М? Когда? И что? А Белов прав, от простой в дисциплину падает. Вон ты поймал их, когда они водку из магазина несли. И что? Ну что, вон они как несли, так и несут, только другой дорогой. А что, у них простой, им деться некуда. Ого, и моим уже начинают подносить. Моим тоже подносят, давно уж. Ты орешь на них, а толку чего? Ну, совести у меня не хватает. Что? Я говорю, совести у меня не хватает. Бывалче, я-то раньше-то по клещи их закладывал. Ну вот, общественность выручила, помогла. Какая общественность выручила? Язва тебя выручила, общественность. Ну, я про это и говорю. Ну, совесть так совесть. Погодим, пока у них язва откроется. У меня вон есть главный корпус, там работы до хрена. Надо парк пуску дать. А ты давай, воспитывай этих Карпеленко особенно, и Самсонов еще. Он, по-моему, не просыхает совсем. Только в магазине я вижу. Сидите! Там у магазина Самсонов, Юль! Где? У магазина! Володя, а ну-ка давай, посмотри. Слышь, Петрович, что у тебя происходит? Милиция телефон оборвала. Из обкома звонят. Что, стоители местных жителей калечат? Хоккеист-то твой. Твой в больнице. Да знаю я, знаю. Знаешь. Это мне не хватало. Делай, что хочешь. Кстати, в своих интересах. Да я понимаю, Петр Николаевич. Трубы-то кончаются. Да ты мне зуб не заговаривай. Потом посадят, будет тебе труба. Поехали. Коля, Коль, слушай, напиши характеристику на хоккеиста, а? Напиши.
Тебе чего? Ничего. Тебе чего? Ничего. Так? Ну иди, раз так. Пойди, пойди. Закурим? Можно, если угостишь. Ты чё? Чё ты? Сейчас. Да вылазь, чё ты? Тихо, 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 не шуми. Смотрю, огурчики у тебя, помидорочки. Какой? Лето короткое, созревать не успевает. На рынке, небось, тридорога дерёшь? Ха-ха, рынок. Чё? С вашей канавой. Какой там рынок? Себе не насобирал. С этой канавы, как ты говоришь, озлотиться можно. Если, конечно, по-умному. Это как? Как-как? Смотри. Если с трубы снять изоляцию, метра полтора-два, так? Ну. А мне парничок поставить, так? Ну чё, а? Как? Чё ты, Алёш, чё горланишь? Давай. Всё путём. В хозяйстве пригодится. Давай. Путём. Такие деньги. Держи. Давай. Ну. Ну. Да тащи ты! Ой! Ты чё, а? А? Да. Можно к вам? Входите. Садитесь, пожалуйста. Макаров я, начальник участка. Ну, еще раз здравствуйте. Садитесь поближе. Спасибо. Макаров я, начальник участка. Значит, Самсонов у вас работает? Так точно. А скажите, что ему будет? Ну, это суд решит. Так, значит, судить будут? Ну, а вы как думали? Двое в больнице. Да, да, да. Ну, ведь вот он один был. А говорят, их-то было семеро, а и они затеяли-то, они. Это суд разберется. Вы характеристику принесли? Вы знаете, я забыл. Я забыл написать. Ну, знаете, забегался, дела. Ну, тогда скажите своими словами, а я запишу. Грипп этот, я боюсь заразить вас. Ну, работает он неплохо. Неплохо. Вот. Он принимает активное участие везде. Он передовик. Вообще пьет. Ну, как вам сказать, я не замечал, я врать не буду. Зачем? Зачем врать? Ну, вот и не врите, Борис Петрович. Я ведь знаю, почему его сюда прислали. Что вы знаете? Ну, дали мне этих 12 человек, а доехало пятеро. Один вот у вас сидит, второй, понимаете, не понимаю, где руку попортил. Теперь вот не знаю. Что в акте писать? От вас надо прям бежать в медпункт. Ой, ну а начальство, ну а что? Давай, давай, перевоспитывай. Ну а как? Как перевоспитаешь? Ну при чем здесь я? Ну вот скажите на милость. Они между собой бабу не поделили. А я страдаю за это. Мое дело, ну, какое? Ну, вот у вас, вот потолок, протекает. Щели кругом. Сейчас лето, а зимой что будет? Сейчас самое время подремонтировать. Давайте все заделаем, побелим, покрасим. Ну, вот что, вы это бросьте. Вы извините, если я что-нибудь не так сказал, но, ну, некому работать, понимаете? Ну, некому.
подпишите, пожалуйста, вот здесь и вот здесь. Некому работать, понимаете? Любаня! От слюня прекрасненькие карпелетки! Что там имеем? Выйдите все! Кто не сделал вакцинацию от гриппа, тот денег не получит. Ух ты! Ну ладно, Любань, давай это за. Да я тебе серьезно говорю. Давай. Ну, мальчики, кто смелый? А, вот у нас Саня. Ну ладно, а ладно. Вот Санька, он почетный пограничник. Сначала на Саню проверим, ежели выживет, тогда дадимся. Здрасте. Федя, время. О, слышь, начальник, слышь, а мы так не договаривались, а? Я что получил, а? Я вот таксистам и швейцарам ночами, впрочем, больше давал. Вот потому, Леха, и торчишь теперь здесь, и сам на чай просишь. А ты мои-то посчитай. У меня еще вычтут за твой больничный. Ты там где-то лазил, а я отвечаю. Где я лазил? Где я лазил? Лично ты меня видел? Нет, я тебя не видел, но и другие тебя не видели. Ну правда, где ты был? Так, серьезно. Кто где был? Ну. Один миллион, а сколько получили? А? А пахать-то вместе с нами? А? Вместе. Шуйте за меня. Вместе ты со мной пахал. Ты, пожалуйста, при мне не выступай. Понял? Понял, понял. А ты сколько загреб? А? Небось, на полную катушку? На полную катушку, что дальше? Только вот не надо так на меня смотреть. Тебе бы Самсон сказал, что дальше. Он бы тебе ответил. Леха, объясни. Устал я. Да ладно, Сеня. Ты не прав.
сколько? Сколько их было? Да что, я их считал, что ли? Да много их было, Серега, много. Меня один раз на тренировке Тарасов увидел. Ну и говорит, ты, Валерик, удары держишь, как настоящий мужик, с тобой не пропадешь. А вот кто у нас Леху отоварил, а? Лех, ты что, подрал, что ли? Он у нас по другой части. Ты спроси у него, где, а то он нам не признается. Вот это ты не прав, Степаныч. Вот тут ты не прав. Что значит где? Может, у нас и забавы, а? Да. Давно ли ты, бугор, в идейный переделался, а? Брех, ребят, ну что вы? Мужики, я не понял. Так и разойдемся? Нет. Я отстегнем. Да. Не, я не буду. Макар так из-за нас горит синим пламенем. О, может, и нам кислород перекроешь? А ты хоть залейся. Тогда я тоже не буду. Да ты чего? Ну, Саню, ну, погромуй. Саня, мне просто, чтобы напиться, так, чтобы не отвыкнуть. Не-не-не, в другой раз, ребят. А? Нет-нет-нет-нет, мы хотим сегодня. Нет-нет-нет-нет, мы хотим сейчас. А, Санек, ну? Ну ладно, все, хорошо. Че ты, ну? Чуть-чуть, нет, ребята, все, все. А ты к Макару побежишь стучать? Да? Знаешь что, сказал бы я тебе, да неохота из-за тебя на ту же статью нарываться, а то бы я тебе ответил. Ух, тихо-тихо, парни, ну что вы, что вы? Ничего. Тебя-то отпустили. Макар там из-за тебя на коленях ползал, а меня бы хрен кто выпустил. Понял? Санька, я проиграл. Что ты говоришь? Скорбился! Тихо! Дурак ты, Леха. Дурак. Я дурак, да? Ты же запомнишь мои слова. Ай, да ты запомнишь? Да, я вижу. На одни сутки вас оставить от них нельзя. А скрозь вижу. Саня. Ну что ты-то? Что друзей в беде оставишь? Нет. Пошли. Ладно. Какие будут предложения? Слушай, а может дембелей потрясти, а? Я-то видел, как они сегодня расписывались, а? Ну что? Где они? В общаге храпят. Вонища! Курочкин один вышел, вон в поселке работает. Кто? Фамилия? Да не ори, что ты раскричался? А твои? Все вышли? Вот четверых нет. Так вот так и скажи. А твои? Кто со мной работает, все вышли. Мам. А твои, Белов? Вышли-то все, но двоих я сам прогнал. Ну все, гиря до полу дошла. Соберем всех этих алкашей и к чертовой матери. А ведь я тебя предупреждал. Ты помнишь? Ты помнишь? Значит, плохо предупреждал. Тебя предупреждай, не предупреждай один. Молодежь, помогите мужику. Видишь, он мается с ними. Володь, ну поговори с ними по-своему. Эй, вы, работники! Вы думаете, работать или нет? А я что делаю? Да с такой работой еще 3 года провозитесь. Тебя еще не спросили. Ну, а ты еще грызаешь. Черт, слышь, а? Отсюда, ты что делаешь, а? Вот иди сюда сама и делай. Пузо распустила и шарит. Я тебя пору! Я тебя так пору! Бабы, бей его! Начал, ползи! Да вы что, бабы, сдурели? Ну, убьете же! Гоните, пацан, просто! Работничек, а? Да вы что, баб? Вот моя такая же была. Пополз, пополз, а? Ползи! Бей его! Ну что ты смотришь на меня? Знаешь, что я тебе скажу? Надоело. Да, ты герой. Все видели, как ты меня там прикрывал. А я-то не герой. Я нормальный.
и жить хочу нормально, как все. Что же я перед тобой теперь? На задних лапках ходить должен, как пудель. Сядь. Сядь. Ну, кто еще хочет сказать? Горяев. Нет, в натуре. Я Федосеева и Полухина не одобряю. Но служба-то кончилась. Не кончилась. Я наш уговор соблюдаю. И поймите вы, пока сами здесь порядок не наведем, все так и будет. И бардак этот, и простой, и ни черта не заработаем. Ты, Вов, не обижайся. Мы оттуда уже вернулись, а ты еще нет. И простить нам этого не можешь. Вот так вот. Тут ты прав, Онищенко. Забыть не могу, что живой вернулся. А за меня сейчас там кто-то, пока я тут. В общем, выбирайте себе другого. Раз не понимаете, что пока мы вместе, мы еще что-то можем. Голосуйте. Да ладно тебе. Ну, просто начнёшь. Нет уж, голосуйте. Но учтите, если оставите, не обижайтесь. Больше таких разговоров не будет. Голосуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Ждем давно вас. Ребят, вручили, тоже хотите, да? Так может, здесь пошли к нам? Правильно. Во! Пойдем. А? Лучше здесь. Да. Ну ладно, ну ладно. Ну что, славяне? Ну напоследок купили. Ей-богу. Ей-богу. Правда? Ну? Ну только на бахбел. Ну башка трещит. Давление доктора велели. Пора поверить. Помоги, Жаль! Ну, Володь, ну хорош, ну ладно, что ты? Пошли бы, ну похмелка только, ну что, мало, ну брось их, ну последний раз назад. Еще наговоришься. Черкашин, а вы знаете, одна такая бутылка укорачивает вашу жизнь на полгода. Вот и все. Ты что делаешь, гад? Ты все платил! Я продлил тебе жизнь. Это чего-нибудь стоит? Что ты тут делаешь? Ты что? Что делаешь? Сукин сын! Хулиган необразованный! Меня давление! Гад! Береги, я платил! Гад! Вот он! Вот он! Вот он! Пять по 3.40. Пять по 3.40. Леха, не бери. Держи. Держи! Бери, бери. Леха, верни, отдай ему. Отдай. Еще раз увижу, то же самое сделаю бесплатно. 5 по 3.40. А сейчас идите на свои места. Выбрось. Идите домой, идите. Да выбрось ты! Выбрось ты их! Нагляди, Фрон! Видал? Психопат. Фу. Ладно, пошли все. А вы о чем думали? Карпеленко. А? Ты о чем думал? О чем? Я не думал. Я видел, чтоб перелива не было, чтоб всем поровну. А ты, Самсонов, не смейся, смех плохой. А что, Самсонов? Как что сразу Самсонов? Один я, что ли? Ты не перебивай меня. Я там в милиции из-за тебя чуть на коленях не ползал. Да ладно, это я уже слышал. Только не из-за меня вы ползали. Я в этом тоже кое-что понимаю. Если меня посадили, вам бы тоже не поздоровилось. Что ты говоришь-то? Что ты говоришь? Вот то, что слышали, то и говорю. Потому что здесь каждый за себя. Вот так и говорите. Да чего в самом деле? Самсонов, Самсонов. Пили все? Все и ответят. Как все? Ну что, Самсонов? А Степаныч? Ему же из-за вас досталось. Ну вот пусть и не откалывается от компании. Догнать вас отсюда пшли. Правильно, лучше сами сделаем. Ну, подождите. Хватит. Вот мне интересно, вы, в общем, взрослые люди все. Вам не стыдно? Вот не стыдно мальчишек вот этих, которые там, пока вы тут
развлекались, кто во что гораздо. Макаренко. А мне вот стыдно. Над нами вся стройка уже смеется. Женщины из поселка пришли и выгнали Курочкина из траншеи. Он там прикрывал вас грудью. Один за всех. Да. Так я спрашиваю, Черкашин. А что, виноват, конечно. Я отработаю. Виноват. Как в школе, честное слово. Пить нехорошо, Черкашин. Mm-hmm. Садитесь. Карпеленко, а вы? А что, Карпеленко? А я как народ, как все. Как все, это как Белов или как Самсонов? Ты кончай на меня ребят натравливать. Тебе что, зачинщик нужен? Для прокурора? Блин, кончай, по-хорошему говорю. Чего? Ты! Слушай, Соложенок, ты давно нарываешься? Тебе что, хвост прищемил, что ли? Ты скажи спасибо, что меня в тот момент не было, когда ты наши бутылки бил. Скажи спасибо. Сядь, Самсонов. Чего ты скалишься? Ты думаешь, столом заградился? Я тебя не достану. Ну, успокойся. Давай, ты разговорчивый. Но я тебе не местная пьянь. Ну что ж, попробуй. Ну что, Самсонов, все? Ну, Серега. Сядь, Валера, а то окажешься там, откуда пришел. Сядь. Ну вот. Теперь я вам прочитаю характеристику на Самсонова, которая почему-то не дошла до следователя. А вот это не надо. Почему же? Я сказал, не надо, хватит. 33-я статья касается всех трудоустроенных, кроме Курочкина. Можете жаловаться хоть министру, разговор окончен. Ну, если разговор окончен, те, кто по 33-й, за мной, братцы. Степаныч, ты-то куда? И чтобы расчет и трудовые были без промедления, понял? Курочкин, один за всех? Ладно, ты, болтун. Ну, вот и созрел, дед. Козлы вонючие. За пьянку увольняем. Договорились? Ты, главное, не переживай. Тебе Ленке сейчас в самый раз думать. Родит ведь скоро. И зять со стипендии, и долги. Да. Не вовремя меня прихватило. Да пойми ты, Григорич, надо мной над самим 33-я статья висит, и я их так же. Так ради дела. Чего не сделаешь? При чем здесь дело? Мы для дела, или оно для нас? Ладно, иди. Иди ложись. А ты? Ну, отпусти эту сну. Иди. Первый раз, что ли? Ну, пойдем, я тебе помогу. Ну, пошли. Давай. Не вовремя меня прихватило. Так. Ну, садись, выкладывайся. Мой тебе совет, Петрович. Сходи к бабкам. Может, что придумают. Ну как? Вскрытие покажет. Ну ладно, бывай. Будь здоров. Добрый день. Здравствуй. Скрутил-то тебя как? Всю ночь не спал. Снотворные кончились у меня. Нет ли у вас чего, а? Ну, когда трудовые-то получим? Приказ будет, расчет получите, вот тогда и трудовые. Обидел ты их, стало быть. Вот Бог-то тебя и наказал. Работа такая. То начальство в обиде, то рабочие. Только мне обижаться не на кого. Мое дело, чтобы работа была не в обиде.
А они говорят, будто выжил ты их. Платить не хотел. Кто, я выжил? Да это они ни черта не работали. Срывали мне все, я из-за них без премии сижу. Кто это сказал? Да сядь! Сядь, тебе говорю. Сказали, стало быть. Ах, молодые, и чего не живется вам? Пока друг другу жизнь не попортите, не угомонитесь. Курочки! Степаныч! Ну, погоди, когда это? Когда это я вас выживал, а? Слушай, ну, дай пивка попить, ответь. Погоди, когда это я вам не доплачивал? А что, платил, да? А, так это ты сказал? Ну, хотя бы я. Хорошо, давай на чистоту. Давай. Давай. Давай на чистоту, пошли. Степаныч, а если бы ты был на моем месте, а? Я на твоем месте никогда не буду. А что он бутылки бил? Какие бутылки? Полные. Причем здесь бутылки? Мы вообще о другом говорим. А мы вот об этом сам. Вот именно. Хочешь на чистоту? Садись. Дай ему пивка. Дай. Не надо. Ты когда Леху с Серегой застукал, ты ведь бутылки-то не бил. При чем здесь бутылки? Что вы мне мозги-то полощите? Чего мы тебя не полощем? Хочешь, я тебе скажу? На чистоту, насчет бутылок. Ты начальник? Да. Начальник. Ну так запрети. Ну лиши нас премии. Ну отними в конце концов. Ну зачем эти бутылки бить? На глазах у ребят. На глазах, блин! Да. Ты знаешь, что за это бывает? Вот именно. Он что думает, ему все можно, да? Степаныч, ну ты-то с ними не пил. Ты-то хоть останься. Ведь не с кем же работать, ну. Ну почему ты меня в пример-то всем ставишь? Что я лучше других? Ну объясни ему, ну я не могу. Так. Ладно. Уговорим. Ставишь Степаныча бригадиром, и мы все остаемся. Степаныча? Степаныч. Подождите, он же сидел, я не имею права. Да за соседа это не считается. Тебя не спрашивают, не считается. Сидел 5 лет. Сосед к жене повадился. А я их застал. 5 лет схлопотал. Ладно, за это столько не дают, если застал-то. У нас дают. Попросишь и дают. Ладно. На суде не стал объясняться. Жена умолила, в ногах ползала кошка. Поверил. 5 лет схлопотал, отсидел. Возвращаюсь, а он опять у нее. Привык, понимаешь? Вот так. Ну ладно, черт с вами, тогда и у меня условия. Деньги будете оставлять мне. Ну, конечно. Кончим, все верну до копеечки. Сберкасса дело ненадежное. Сегодня положил, завтра взял, а у меня шиш получите. Вот на курево и на харч оставляйте. Идет? Не, чего я? Слышь, для того я 5 лет вкалывал, чтобы здесь за мной кто-то присматривал. Вот Санька, это другое дело. Что это? Хуже других, что ли? Тебе же нельзя, Саня. Ты же сам сказал. Вот поэтому и не будешь пить. Я за тобой лично прослежу. Я прослежу. Поставь. Поставь! Даете. И ты нас больше не увидишь. О, вернее, не застукаешь. Степаныч, а ты чего губы раскатал? Нас только 5, а бригадирские 6 платят. На халяву, что ли, горло драть будешь, а? Ладно, тебя не спросили. Это мне тоже. Слушай, даешь нам поселок, распределитель, и чтобы Белов туда не показывался. Вот это да, и для него это лучше будет. М? Точно. М? А? Между прочим, язву надо лечить пивом с содой. Понял? Леха, отлей ему масло облепиху. При язве верное дело. Ага, сейчас. Разбежался. И не меньше 0,5 литра. Понял? И чтоб я тебя на почте больше не видел. Леха, ты поспешай, поспешай, мой тебе совет. Потому что мужик у нас бугор. Ой, крутой. Суровый, не дай бог. А как же? Ну, чего вы стоите? Чего ничего не делаете, а? Бабоньки, да что вам все под руку-то? Ну, сделаем мы все как надо, а? Ага, видели мы вашу работу. Кой месяц возитесь, а толку чуть. Глазище зальет, вот и вся работа. Ну, что глаза-то торопишь? Ну что, таращишь-то? Управу найдем. Вон синяк-то светит еще. Светло в темноте. А ты еще ухмыляешься? Да ухмыляешься, пока белые мухи полетят.
Товарищ начальник, чего же друг-то нет? И битум бы надо завести. Они ж скоро встанут. Гражданки, женщины, да поимейте божескую милость. Ну не позорьте нас перед всеми. Сделаем мы все как надо. Вот увидите. Петрович, ну сил моих больше нету. Вызываю милицию. Мешают бабы. Ну что, у вас других дел дома нету? Дома семья, дети, работа. А мы сюда смену хотим. Хотим. Мы не дадим вам валять. Вызывай милицию. Я тебя дам милицию. Ну, что молчишь-то? Скажи что-нибудь. Говорить поздно, дед. Хватит. Я написал докладную на имя Сомова. Нынче утром отправил ее в Москву. Ну-ну. Ты же сам отменяешь свои распоряжения. Молчать больше нельзя, не имею права. Совесть тебе не позволяет, да? Временно я просил перевести меня на другой участок. Хочешь, обижайся, хочешь, нет. А работать кто за тебя будет? А ты на меня не ори. Я так работать не могу. Сможешь. Поедешь сейчас на главный корпус и не вылазь оттуда, пока все не сделаешь, как ты не можешь понять, что самый простой, обыкновенный, это тебе тоже человек. Это же не бракованная деталь. Бракованную деталь что? Бросил мартен, переплавил и точи снова, правильно? Но с человеком, с людьми так нельзя. Не получается. Ну, куда их теперь? Вон, и посмотри, они к бабкам прилипли. Ни те, ни другие, никому не нужны. Ну, выгоним. Отфутболим к другим, те еще кому-нибудь отфутболят. Нам-то их кто-то отфутболил. От такого футбола они лучше не становятся, только хуже да злее. Мы строители, а не воспитатели. Нам надо о деле думать, о том, чтобы людям тепло дать, в новые дома остановись здесь. А ты своей болтовнёй прикрываешь собственную несостоятельность и безответственность. Выпусти меня отсюда. Ты думаешь, он что-нибудь понял? Да, да, беда с ним. Ну, куда теперь? Да убери ты эту круглосуточную радость жизни. Ну, убрал. Отвези куда-нибудь все равно. Господи, как здесь хорошо-то. Ты бы давно, Григорьевич, меня сюда привез. Слышь, сколько времени-то, а? Да отдыхай, время как раз обедает. Ну, давай. Как хорошо-то, а? Григорьевич, у тебя выпить ничего нет? Нет, выпить нет. Вот, давай чаек. Чего я сижу, а? Мне и Зайковскому надо. Бухгалтерию надо. На склад надо. Слушай, а Мишин, а? Мишин-то? Ну что? Мишин-то, говорю, а? Да! А? Молодо зельно. Пора бы ума набраться. Да. Слушай, прогнал бы ты меня, а? Ну что я сижу? Отдыхать! Жрать охота. К Зайковскому опаздываю. Ну что, ребят, смеетесь, что ли? Лето кончается. Ну что я в обкоме скажу? Что у нас сплошные стихийные бедствия, то всемирный потоп, то всеобщая пьянка, вот Макарова. Меня за это знать, куда пошли? Где Макаров телят не пас. Вот именно. Так что, Боря, хочешь не хочешь, обращай все силы на поселок. Мы с тобой не первый год работаем, верим, что любое отставание ты, в конце концов, преодолеешь. Это нам расплюнуть. Уж чего-чего, а преодолевать-то мы научились. Вот кто бы нас научил не создавать то, что надо преодолевать. Тише.
товарищи, выступаешь. Вот, товарищи, вот вам пример старого подхода к новым задачам. Все те же ссылки на трудности, алиби для себя ищешь, да? Да я трубы ищу, а вместо них одни обещания, да слова про перестройку. Ну, насчет труб в другой раз поговорим. А сейчас иди в поселок, у тебя там творится черти что, бабы командуют. Да, зайди в канцелярию. А что? Что? Телепрограмма там для тебя из управления срочно вызывает. За все твои художества. Петр Николаевич, посмотри. Боря, мне что, от тебя страх, что ли? Да я и искупался. Ну, успел, прошу. Ты что, Степаныч? А? Ты чего? Ты передай грибы мои. Да ты что, сдурел? После всего этого? Нет, я не возьму. Ты передай. И деньги. Передай. Ну, черт с тобой. Сидеть на месте. А чего здесь торчать? Слушай, работы никакой. Ну, хватит базарить. Да третий день уже здесь сидим. Какого черта? Командовать легче всего. Так, Макаров. Я его предупреждал. Он-то сейчас в Москве. Пойдем к снабженцу. Там и разберемся. Ребята, пошли. Где трубы для главного корпуса? Здравствуйте. Ах, вот вы кто. Это вы тогда переворошили весь склад в поисках сальников и муфт? Помню, помню. А теперь трубы найти не можете. Боюсь, что на этот раз вам придется совершить кавалерийский налет непосредственно на трубопрокатный завод. Это недалеко. 700 километров. Да вы что, издеваетесь? Мы уж 3 дня без работы сидим. Ах, у вас работы нет. Ну что ж, обратились вы непосредственно ко мне. Я послал бы вас к Василию Петровичу. Это скорее его обязанность. Он направил бы вас к Игорю Сергеевичу. Тот к Николаю Аркадьевичу. И был бы вправе. И все 3 дня вы были бы заняты по горло, уверяю вас. Хотите, дам совет? Хочу. Не обращайтесь ни ко мне, ни к Василию Петровичу, ни к генподрядчику, ни к самому министру. Обратитесь к вашему прорабу. Плевать надо. Это концов. Что, мне больше всех надо, что ли? Он прораб, это его дело. Пусть достает, где хочет. И баба, гляньте-ка на нашу кровь-то, а? Здрасте. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй, земляка. Бесстыжая какая, совести нет. Подумай. Давай, давай, давай! Хорош! Да, сюда. Хорош, да? Да иди ты! Осторожно, я говорю, ноги! Все. Ложи, ложи ее. Ноги осторожно. Ноги! Ну что? Нормалек. Братцы, у нас перерыв. Не надо меня толкать. Но.
Чего не приходишь? Бери, пока есть. Другого такого не будет. Сколько вкусненького. Крабы, икра, ну. А кабачковые нет икры? Нет. Тогда не надо. Я получил докладную от мастера вашего участка, Мишина. Факты серьезные. Вот здесь он пишет и о катастрофическом отставании от графика на участке прокладки теплотрассы в рабочий поселок, и о коллективной пьянке. И о том, что вы утратили контроль над участком и идете на поводу у рабочих. Это так? Со стороны, может быть, и так. Но я бы не спешил с выводами на вашем месте. Простите, не понял. Оставил бы меня у руководства. То есть на вашем месте я оставил бы меня у руководства. Я так, я совет даю, совет. Ну вот здесь он пишет, что отсутствие дисциплины объясняется еще и тем, что, идя на поводу у тех же рабочих, вы назначили бригадиром человека с уголовным прошлым. Минуточку. Когда я этого человека Степаныча назначил, ну, Курочкина, они же работать стали. А потом какой он уголовник? Подумай, жену застал с соседом. Это житейское дело. За инвалидность он выплатил. Ну, хорошо. А вот если бы вы застали свою жену с соседом, вы бы что сделали? Ты что себе позволяешь? Тихо, тихо, тихо. Да. Борис Петрович, не зря о вас говорили. Убеждаюсь сам. Ну, а что бы я сделал? Да то, что сделал. Женился на той, которую не придется заставать соседом. Ну, вы уж меня, дурака старого, вот. Простите, пожалуйста. Думаю, все ясно, Евгений Александрович. Один Макаров, знаете ли, не в ногу. Интересно, Борис Петрович, а как вы понимаете перестройку? Конкретно для нашего управления. То есть я на чистоту могу говорить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да для любого управления я ее понимаю так, как напечатано в газетах. Я надеюсь, вы читали. Читали, спасибо. А конкретнее? Конкретнее? Работать надо. Работать. И меньше говорить о перестройке. Все сказал? Нет, не все. Я могу говорить, чтобы меня не перебивали? Говорить. И покороче, пожалуйста. Пользуясь гласностью, напоследок хочу добавить. Какое твое дело, кто у меня бригадиром? Ты мне этих алкашей пристроил, чтобы они работали? Они у меня работают. Работают и, кстати, тебя вот тут вот содержат. А анкеты ихние пускай проверяет тот, кому положено. Короче, разумнее дать мне закончить работу. А потом, хоть по статье, 33-й. Нет уж, хватит. Мы давно можем тебя по статье, хоть сейчас за несоответствие. А ты как думал? Так и будем за уши тащить? Ты меня! Прекратите! В другом месте будете сводить личные счеты. Значит так, по-видимому, решим этот вопрос. Договоримся по-джентльменски. Вы дорабатываете. Мы вам дадим такую возможность. Ну, а потом ищите себе другую работу. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Давай, давай, осторожненько, осторожно. Обед скоро, но это тебе... Не шайбу гонять, а? Блин, я тебя сейчас буду гонять вместо шайбы. Курочкин, что тут происходит? Чего кричит? Блинок. Эх, работа у нас такая. Черт задавишь. Качай его. Обед. Рабочему дню. Разговорились, что разговорились. Хватит болтать, обедать. А почему обедаете вы здесь? А где ж? Попуты до столовой дойдут, а там очередина.
Еще в магазин потянет, знаем. Собирай их потом. А тут они под надзором. Они сами попросились подальше от магазина. Деньги сдают, а мы готовим. Прошу. Так, мыть руки. До свидания, до свидания. Пусть идет с Богом. Ты тоже, Якимовна, нашла, кого за стол приглашать? Давайте, ну ладно, стой, нет. Чего стоит? Чего стоит? Не видишь, что ли, ничего? Ну, быстро. Они под Макара копают. Ну ладно, пожалуйста. На. Чего ты? Скорее. А еще? Прошу к столу, все готово. Держи. Дорчик, положи. Ну что, Бугор, как договоримся? Как вы решите, так и будет. А что ночью? За так! Кому что? Что? Что за так? Что за так? Не твои кольцо на Якимовна развешивал вчера. Ага. За так. Ну тихо, тихо, ну что ты орешь? Услышишь? А тебе, Леха, ну как другу детства, просто рекомендую. Ну хоть раз в жизни, ну сделай хоть что-нибудь за он так. Он скорее задавится. Тем более ночью. Очень помогает от хандры и бессонницы. Ну хватит пустоболи. Ну что? Ну все! Схематочек что сказал? За четвертную хоть всю ночь. А Макару опять достанется. Вот там-то и дело, что нету. У него алиби. В Москву уехал. Ну хорошо. Только уговор. Никому ни слова. Вековухам? Тем более. Молчок. Усек. На, сынок, все 200, как ты говорил. А ты пересчитай. Ну ничего, я верю, ладно. Пересчитай, мало ли сослепу. Небось, не доложили. Да бабе моей слушай. Ну ладно, ну. Ты своим-то сказала? Никому ни слова. Я что не понимаю. Ну? Для нас же стараетесь. Ну? Никому. Ни товарищи мои. Ни-ни. Поняла? Ну ладно, Люшин. Ну что ж, бабе понимаем, моей. Что ли? Да. Ну все. Никому. Могила. Все. Сошли. Кто это приказал? А кто же приказал? Мы же по-быстрому. Быстро знаешь, что делается? А мне что, партбилет клади, да? А кто узнает? Кто? Он всю округу разбудили. Завтра голос Америки передаст. Кто? Да ладно. До утра успеем? Конечно. А может, не сломают? Слушай, я к твоей бабе заходил. Деньги взяла, а грибы выбросила. Да ладно, плюнь ты на нее. Ребята! Вот здесь глубже надо копать, глубже. А там ровнее, у дома. Я спрашиваю, кто позволил? Ты, Мишин? Ну чего допытываться? Ну я позволил, он тут ни при чем, ни при чем. Да ладно, ты в Москве был. Ну да, я себе алиби обеспечивал. Да ты что? Да ты знаешь, кто после? Догадываюсь. Да я на тебя сегодня же на тебя в прокуратуру подам. Я тебе вычту стоимость всех материалов. Вот усмехнешься тогда. А чего ему не усмехаться? Старушки, небось, хорошо заплатили, так что ему на твой начат. Фу! Ты че шнуруешь, ты видел? Да все видели и знают, как они вас обстирывают. Кормят. Ага, как будто тут одни дураки. Бесплатно только птички поют. Ой, ей-богу, ну что ж мы за люди? Ведь посмотреть на это по-другому не можем. Ну, старухи, ну, никому не нужные, ну, заброшенные. Да они рады хоть о каком-нибудь мужике позаботиться, ведь свои-то не пришли с войны. Эти алкаши горемычные помогли, как могли, добром ответили на добро. Так что ж кричать-то? Радоваться надо, люди. Да ладно, добрые все, за счет государства. А за чей же? Кто им дрова-то не поставил? Кто им отопление-то не дал? Государство. Ну, знаешь ли, вот этого я тебя еще не слышал.
Сам же мне блеш проел из этих труб, а теперь разбазариваешь. Господи, сколько там не хватает, ведь сотни метров. А тут от силы-то 15. Да сколько бы там ни было. Люди от нас тепла ждут, чтобы въехать в новые дома. А я о ком говорю? Солдатки-то что, не люди? Не бегай! В конце концов, собес есть. Есть совет поселковый. Без тебя есть кому о старухах позаботиться. А я говорю о сотнях людей. А новых домах, которые практически готовы, мы не можем их заселить из-за тебя, Макаров. Из-за твоей анархии и безответственности. Ну так что? Может, разломаем этот ввод к старухам? Извините, мол, бабушки, ошибка вышла. Нам эти трубы нужнее. Нам надо давать тепло людям. А вы сами виноваты, не померли вовремя. Так, что ли, Петр Николаевич? Так приказывай, мы сделаем, все. Ой, да хватит тебе. Ладно. Все, расходитесь. Опрессовка прошла нормально, замечаний нет. Технологический пар дадим хоть сегодня, оборудование опробуем завтра. Ну, это вы молодцы. У меня одна загвоздка, даже две. Вон, учись у него. Что у тебя, опять трубы? Фланцев нет встречных. Не прислали? Снова здорово. Сколько тебе надо фланцев-то? Десятка полтора. Дай Тарас плюнуть. Сегодня выточим, завтра приварим. Ну, конечно. Делов-то дерьма пирога. Слыхал? Вот и обратился бы к заказчику. Там слесаря, станки, все меня ждете. Ну, обращался. Говорят, гриппуют станочники. Ищите своего, в ночь пустите. Своего? А где мы его возьмем? А Черкашин? О, слышь, а Черкашин, а? Что? Он болтом в дырку попасть не может ночью. Руки трясутся. Это точно. Ладно, ладно, вам тут и не здесь. Ну, хорошо. Ты что, бригадир или не бригадир? Почему? Почему позволяешь так издеваться над человеком? Ну, хорошо. Понимаешь? Ладно, идите. В баню. У меня все. Дед, а трубы? Трубы? Будут трубы. Ну, ну, поглядим. Поглядим. Ну, а что еще? Ну, как всегда, трубы. Будут трубы. Трубы завтра кончаются на поселок и на завод, их не хватает. Значит, перебрось. Откуда? Куда? С поселка на завод. Попрошу в письменном виде, чтобы не было разговоров, что я перестройку срываю, ускорение торможу. Обойдешься. Все? Да нет, наряды. Давай только быстро. О, написал. Где она ваша? Ну вот, а теперь посмотри, Петр Николаевич, что ты подписал. Ты... Ну что, посадить меня хочешь? В следующий раз будешь смотреть, что подписываешь. Дай сюда. Но ты жлоб. А какой я жлоб, куда мне до тебя? Я прораб. Значит, комиссия из банка приедет с контрольными замерами. Сейчас знаешь, что за приписки? Ну, мне терять-то нечего, меня уже сняли. А если они приедут, то приедут по твою душу. А эти наряды, они дойдут к нам не скоро, дней через 10. Так что, если ты трубы дашь, то мы успеем, за неделю уложим. За горло берешь. Да будут тебе трубы. Не веришь? Слово моему не веришь? Верю, Петя, верю. Пока эти наряды у меня, я верю, что ты завтра же на своем горбу эти трубы с трубопрокатного завода притащишь. Я верю, Петя, верю. Рахиндей! Дед! Дед! Дед, вставай! Дед, где ты? Что случилось?
Да трубы привезли. Как? Уже? Ну, радуйся, грузить будем. Быстро что-то. Во, вот это Зайковский. Вот смотри, а. Ведь может, может, если хорошенько попросить, а? Долго без штанов будешь стоять? Ребят, разбудили? А? Мои уже там. Давай, Маркелыч, давай. Ну, давай, сейчас, давай, сейчас, давай. Ну, Петрович, ну, дорогой, так гора Магомед. Вижу, вижу. Так. Но ничем порадовать не могу, праздником не сдам. Не сдам. Зачем же так сразу? А ты мне скажи, нитку дотянешь? Дотяну. Ах ты мой хороший! Дотяну, а дальше что? А дальше иди. Дальше не твое дело. Так. Заказчика беру на себя. О, что ж ты людей праздник лишаешь? Это ты какой. Зачем же ты им настроение портишь? Так вот у людей ты и спроси. Согласны они сейчас въехать, а зимой у них отопление взять и отключить? О, да, я и забыл. Тебе теперь терять нечего. Ты теперь никого не боишься, да? Ну, я это, как бояться-то перестал, так сразу перестроился. Надоело, понимаешь, доделывать, переделывать, тяп-ляп, понимаешь. Но зато к празднику отрапортовали. Я этих праздников боялся, как не знаю чего. У людей Новый год, а у меня конец года. Пока нам только аукается, но смотрите, скоро откликнется. Ох, откликнется. Хватит демагогию разводить. Разговорился. Федорович. Слушай, Мишкин, Мишин, собираешь всех своих людей и срочно сюда, на нитку поселка. А тех, этих, значит, туда. А этих сюда. Погоди, погоди, ну там столько народу сейчас не нужно, ведь там повернуться негде. Это приказ. Понял? Вечером получишь в письменном виде. Идемте. Мудро. Собирайтесь. Они будут работать здесь, а вас мы переправим на завод. Ого-го, а что это вы там не видали? Да. Мы что, пешки нас передвигать? Ну, зачем их перебрасывать? Зачем, а? Зачем? Да что вы на самом деле? Закончить-то надо? Ребята работают, стараются, без выходных работают, стараются. А то, что из-за их старания вы без тепла останетесь, это вы понимаете? Понимаем. А дома они будут сданы к празднику этого, знаете? Знаем. Знаете? Волняйте. Нет, мы не будем здесь работать. Да это что? Здесь есть кому работать. А мы пойдем туда, где мы работали до сих пор. Это приказ. А мы отказываемся этот приказ выполнять. Я что, сержант? Макаров! Где Макаров? Что, Макаров? Я тоже против, я уже сказал. Ты, Петр Николаевич, распоряжаешься через мою голову? Ну и распоряжайся, у тебя своя голова за плечами. Ну ладно, ты мне за это ответишь. В другом месте. Как фамилия? Федосеев. Пошли. Володь, так пойдем пообедаем. Осталось-то. До обеда еще 30 минут. Пойдем, пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли. Пошли. Так что вот, товарищи женщины, не успеваем к празднику, сами видите. Спасибо вам за помощь, за моральную поддержку. Извините, если что не так было. Да ладно, чего ж теперь? А ты что здесь делаешь? Курочкин, ну? Почему он здесь? Откуда я знаю? У него и спроси, отказывается. Быстро домой и спать. Ночью будешь фланцы точить. Я договорился. Чертеж возьмешь у меня на столе. Да какой из меня токарь? Ты из него токарь, как из меня пекарь. А у него пальцы вибрируют. Сдачу получишь, все растрясет. Ладно, идите отсюда. То они не будут, это не будут. Будете как миленькие. Ясно вам? Вы лучше Сашку Нефедова пошлите. Он у Белова работает. Дарь Митакарин. Мне не надо, чтобы это сделал Нефедов. Мне надо, чтобы это ты сделал. Вот блажь у меня такая, ясно тебе? Ну что ты, Сань, не сделай, что ли? Отзапарю. По шее получишь. Вообще приказ не обсуждаем. Мотай отсюда. Давай. Понадеетесь, а потом ругаться будете. Ты уйдешь или нет? Ну а нам что делать?
работать. И чтобы ни один из траншеи не вылазил, покуда не закончите. Ясно? Ясно. Хватит сочковать, мужики. Давай, заводи шарман. Я не тороплю вас с ответом. Это веление времени. Вы к этому вполне готовы. Спасибо. Здоровье. А такие, как Макаров, хороши, когда нужен аврал, штурм. Это им необходимо. Они здесь на стройке подчищают наши огрехи. В организации, в подборе кадров. Ну, и воздадим им должное. Кстати, на вашем месте я бы научился у него работать с людьми. Хороший шанс дается один раз, и только в молодости. Если вы его упустите, будете жалеть. Я понял. Кажется, я понял. Действительно, ситуация щекотливая. Получается, вроде бы вы спихнули его. Но вы ведь выступили честно, правдиво, с фактами. Прими меры, Петр Николаевич. Во всяком случае, Бутерлино, Макарова у вас не будет. Так, Дима. Очень просто. Начальником участка на строительстве комбината Бутерлино будет другой прораб. Какой другой? Ну как, прораб Мишин. Причем это Мишин? Мне прораб нужен, а не Миша. Не понимаю, вы же только что его хвалили. А Макарова поносили всяческими словами. Ваш Мишин, Мишину дай найди. А Макарову пробу не дай. Его что еще там, как хотите там. Премию лишайте. Прищусь его, чтобы не зарывался. Но чтобы Бутерлино Макаров был. А там как хотите. Виталий, поаккуратнее посуду не разбей. Я пойду. Все, встань. Давай. Где кресло? Саня, тазик возьми. Бери. Бери. Давай. Бери. Давай. Бери. Давай. Бери. Давай. Бери. Давай. Бери. Давай. Давай. Сюда. Пригодятся. Я тебе точно говорю. Зинка, тебе не московский шалав. Вот есть она и нету. Понял? Прислушайся к товарищу. Смотался ты в райцентр. К мебельной раз. А там заявочка. Заявочку. А ну вернусь. Не припишешь. Да черт есть Москву. Отдай фикус. Черт есть Москву. А здесь отдай, хоть воздух. Говорю, ну, Москва это тоже. Чего это? Ну что, Москва? Что, Москва? Собьется и все. Подари цветочки. Он правильно говорит вообще. Правильно, правильно. Смотри, дело твое. Ну, свободу, конечно, надо продавать как можно дороже, я понимаю. Но, Зина. Самое то. А? Я тебе от души говорю. Не волнуйся. Не волнуйся. Подожди мне две минуты, а? Давай, давай, давай. Давай. Папа, а ты когда еще придешь? Это не знаю. Валера, иди к себе. Мы все перетащим. Иди, иди. Мы справимся. Иди. Ну где репутация? Я бы в рыбалку поехал. Смотри, ты в том подъезде.
Ванька, ну глянь, что ты делаешь, что ты переломаешь. Чего уставились на меня? Сгружайте. Ну чего? Рты прозевали. Давай разгружать. Приказ получен. Так. Чего? Серега, надо видеть дальше. Ничего, держи кулек. Еще давай. Что? Слушай, что ты делаешь-то? А? Чего ты делаешь? Тут слушай, давай. Иди, иди, гуляй, гуляй, гуляй. Куда на него? А хрен его знает. Что да. Не так? Да все не так. Все не так. Ты что сделал? Ты где сделал? Погоди, что где? Чего? Что ну, где? На участке, на участке. Ну. Там пар прямо из-под земли прет, понял? Ну. Только с другой стороны колодца. А у меня шиш. Погоди, понял? Что орешь? Что орешь? Пар идет? Ну идет, ну, что? Ну все, что ты? Ты давай гони деньги назад. Какие деньги? Мои деньги. Какие деньги? Ты мне их давал? Че? Ты мне их давал? А как же не давал? А ну, вали отсюда! Ты что делаешь? Чтоб я тебя не делал? Видел. Попробуй мне пикни, сука. Друг Слава куда дел? А ну-ка, слетай за ним. Скажи, разгружаем. А где его? Ну и что? Завод-то построили. А вы предпочитаете долгострой, а может быть, консервацию? А мы сюда смотреть приехали или глаза закрывать? Завод работает. Поставляет плиту на мебельный комбинат. А сколько стоит день простоя такого комбината, вы прекрасно и без меня знаете. Орден им за это надо дать. Зачем орден? Орден не орден, а броневой завод надо. Вот и. Лена! Чего смотрите? Бегите! Лена, стой! Чего смотришь? Где Макар? Да там, а что у тебя? Не видишь, комиссия идет. Сделай что-нибудь, а я за Макаровым. Что случилось? А? Девочка, уходи отсюда, уходи. Один полезешь? Да ладно. Ну вот курткой обернешь. А? Только робу возьми. Вот. Да ладно. Держи, на. Явное нарушение. Нарушение техники безопасности. Да все в порядке. Колька, быстрее! Вы можете мне объяснить? Тихо, спокойно, товарищи. У вас к инженерным коммуникациям, в частности, к теплотрассам замечаний есть, нету, но вот и успокойтесь. Сидите прямо, идите. Товарищи, убедите. Что случилось? Здесь недалеко метров 300. Руку! Да! Макаров. Опять ты? Ну чего ты орешь? Где твоя машина? Здесь. Глаза целы? Потерпи, Серёжа. И кто же это сделал? Попади со мной. Нет. Поддерживайте его. Поддерживайте. Ах ты, кипяток. Поддерживайте. Из-за этого пара. Потерпи, Серёжа. Не надо. Изоляцию кто-то... Потерпи, Серёжа. Врача давайте. Потерпи. Потерпи. Носилки, носилки. Да несите вы скорее. Берем, ребята, берем. Тяжеловато. Сейчас я помогу. Голову обмотал. Да осторожнее. Открывайте, открывайте. Ну, аккуратнее. Кто едет, сразу садится. Кто машина? Поехали. Да приедете. Что случилось-то, ребят? Поезжай, Петр Николаевич, спасибо. Потом ко мне зайдешь. Не в прокуратуру. Сказал ко мне. Мы с тобой, Борь, поработаем. Бутурлино вместе поедем. Если не снимут.
Никто тебя не снимет. Не снимут, так посадят. А я бы с тобой поработал, Петр Николаевич. Ей-богу, ты мне такой начет сделал, что за один раз не отработаешь. За ручки не держи, да несешь. Ну, собрались все? Лёхи, карбелянка не хватает. Ну, он, наверное, там уже у Сережки. Ну, пошли. Только не так, как в прошлый раз. Всю больницу, понимаешь, переполошили своим гоготом. Тихо, культурно. Без мата. Вот именно, без мата. Да, вдвоем в палату. Возьмешь меня в палату? Пойдем. Борис Петрович, ну, Борис Петрович. Что? Мне ж приказы подписать надо. Хожу за вами целый день, ну, вот они. За нарушение техники безопасности. Ясно. Так, это... О, понятно. Это начеты. Ясно. А это? Еще повестка в прокуратуру. Леш, ты чего? Все нормально. Иди, иди. Да ладно, бабуль, ну иди, чего иди, ты? Иди, да иди, ладно, иди. Бабуль. Ребята уже ушли туда, к Сергею. Все? А вот еще вам телеграмма. Что такое? Мать честная. Нет, Ленка, что? Ленка. Родила! Родила! А ты говорил, я невезучий человек. Беги! Вот, везучий я. Макар, везучий человек. Родила! Борис Петрович! Борис Петрович! 3700! Это чуть меньше, чем я должен. Родила! Ну-ка, понимаешь? Пенка, пенка! Родила! Пенка, пенка! Родила!